Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Турнир закончился, заберите свой приз и, соответственно, начало новой недели. Поехали, друзья мои. Так, у нас выпадает 9660 сюрикенов, 50 ДНК на Микеланджело ролевой, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Окей, зайдем быстренько с тобой в магазин. Откроем бесплатно колоду. 28 пиццы, 80 сюриков и 5 долларов. Задания я, по-моему, все выполнил. Так точно. Здесь нам делать нечего. Кстати, давай посмотрим, что у нас по предметам. Абсолютно ничего не могу приобрести. По монетам не хватает совсем маленечко, ребята. Буквально 15 жетонов для того, чтобы взять 3 ДНК на Микеланджело оригинал. Немножко грустно, да. На майке, кстати, ролевого нам не хватает совсем чуть-чуть. По-моему, 20... Так, вот он, да? Даже не 20, друзья мои, а 13 ДНК. Всего лишь 13 ДНК, и он у нас будет 5-звездочным, да? Ничего, друзья мои, потерпим. Самое главное, что у нас новая неделя, новый турнир, друзья мои. И, как вы видите, у нас разыгрывается здесь Рафаэль ролевой, кстати. А что у нас насчет Рафаэля ролевого? По-моему, тоже немножко ему не хватает, да, чтобы сделаться фулочкой. Давай-ка я посмотрю, где у нас этот Рафаэль. Слушай, подожди, какая фулочка? Ему до фулочки еще пахать и пахать. Он еще в серебряном ранге, друзья мои. Ну что же, будет повод побиться на арене за него, конечно же, чтобы перевести его в золотой ранг. Есть, так сказать, стимул. Так, что у нас по испытаниям будет? Городская война, свет в темноте. То... Зашибись, это уже свет в темноте. А до этого был у нас тени на солнце, по-моему, так, да? Что у нас здесь? Рокстеди, который мне нужен. И Шреддер, который у меня уже есть. То есть, бесполезный, грубо говоря. Да, бесполезный ивент получается. Так, а вот здесь живи долго и играючи. Так, вот это и вот это. Вау, здесь, кстати, можем пофармить. Слушай-ка, ну вот это я понимаю. Здесь у нас, а кого дадут? Топчик, друзья мои. Это просто топчик. Вот это вот живи долго и играючи. Я обязательно буду проходить, потому что там есть кого нам фармить. Также на эксперте у нас будет испытание на спринтера и черепашки. Просто написано платиновые черепашки. Давненько, ребята, я такого не играл и не знаю, что там у нас. Ну что же, а мы начинаем, как всегда. Как всегда, именно с турнирной арены. Будем бустовать, ребята. Максим, так, ладно, сейчас мы с тобой будем определяться. 10-10 везде дают. А дадите мне 10, вот, видишь, Бориска. Так, 20 уровень, елки-палки, 20 уровень уже. Ну... В любом случае, мы его сейчас распишем как по нотам. Он даже пикнуть не успеет. Нет, пикнуть успеет, но это максимум, что он сделает. Только пик и все. Кирби, Рафаэль и нейтрализатор. Ну что, Кирби, начнем, пожалуй, с... Ой, подожди, не тут, блин. Ну, давай так сделаем. Чё ж, не добить его, да? Теперь, наверное, Кирби попробуем. Хотя, вот не надо. Блин, я думал, что мы его не добьем. Тогда все окей. Тогда, друзья мои, все окейюшки. И добиваем Рафаэля фильм. Все, все. Первый бой у нас, как всегда, замечательно, великолепно прошел. Это, как говорится, только разминочка. И сейчас мы с тобой будем двигаться дальше. Мне нужно сегодня накопить 30 тысяч мутагена для того, чтобы поднять нашему Усаги. Да-да, 99 уровень, друзья мои. Так, и у нас с вами Лига Воинов уже, как говорится, 2 звезды. 83-я позиция, и будьте добры мне 12-12 там, или еще, во, 11-12, это у нас Бенни, собственной персоной. Как ты видишь, у нас уровень здесь 22-й, и то у Мухи. Муха, я думаю, особо здесь выпендриваться не будет, а только пшикнет, да, своим этим, своей мензуркой, сразу в лоб получит. А у нас здесь донат... Ну, Хан, ну, конечно же, ребята, у Хана 21 уровень, ты видел, у него уже инициатива, он сразу рванулся в бой. За это и получил. Так, давай-ка, наверное, сделаем с тобой массовую атаку, и я думаю, всех мы тут прихлопнем.
Этот от постепенного урона от дуплица. Ну что же, второй бой тоже очень замечательно идет у нас, ребята. Двигаемся дальше. После черепашек сегодня мы, наверное, поиграем всадники Олуха. Да-да, там у нас очень много делов, так что ждите в ближайшее время серию. Так, а здесь-то мы кого с тобой возьмем? 12-13, я думаю, это очень хорошо. И уровень 25-24. Окей. Причем здесь только в золотом ранге у него носорог, да? Рокстеди. Раз, два, три, четыре. Ну, у меня-то здесь, извини меня, саблезуб. У него тоже золотой ранг, но по звездочкам он переплевывает всех. Так что погнали. В первую очередь, конечно, надо убрать Эйприл. Давай попробуем ее нахлобучить. Тыбич. Выжила? Оу. Ну-ка давай. Молодец, красавчик. Так, а если я брошу бомбочку? После бомбочки, наверное, будем все-таки... Наверное, будем... Нет. Твою налево. Или так, или так. Давай попробуем Криса. Выжила, а? Ты посмотри. Он промахивается. Промахнись. Нет, попал. Он попал. Так, ушатали. А, давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Пропеллер. Странно. Какой уровень-то у них? 24-й, а у нас, ну, на 10 левлов мы выше его. По идее, должны быстренько были их разобрать. Но что-то как-то не катит у нас здесь. Немножко, конечно, пришлось попыхтеть. Не так все быстро. Но самое главное — результат. И результат ты сам прекрасно видел. Победа за нами. Мы с тобой двигаемся дальше. Три звезды. А, нет, не три звезды, а, конечно же, уже элита. Буквально 100 ступенек с тобой пролетели. Были на 96 месте и уже в новый ранг перешли. Опять же, 96 место. Друзья мои, с удовольствием будем бомбить. Здесь есть 12-13. Я хочу попробовать выбить себе, может быть, 13-14, если они мне сделают такую. Вот, вот, видишь, 12-14. Замечательно. Так, и здесь, как мы видим, уже уровень 27. Это у Бибопчика и у Донателло фильм. 27, а у нас с тобой 35 уровни. На 8 уровней разница у нас. Так, ну здесь в первую очередь, я думаю, что надо брать в оборот железноголового. Давай-ка попробуем его нахлобучить. Так, он не попал. Пит, ну-ка давай своими крылышками недоделанными. Нифига не получилось. Так, бомбану, ребята. Да чтоб тебе, ты... Обалдеть, всеми персонажами пришлось сходить, чтобы завалить 26 уровня железноголового. Это что за дела? Это непорядок. Так, тихо, успокойся, Раф. Ну, поехали, теперь будем мстить. Шинигами йо-йо свою запустила. Так, добиваем его. Теперь массовая. Так, хотя можно было и обойтись, лучше бы ускорение нам сделать, да? Ну что же, давай... Слушай, пора, по-моему, немножко нам с тобой похиляться. Как ты думаешь? Давай-ка батончика погрызем. Отлично. Добьем? Добьем. У нас еще есть хил у Рафаэля, как ты видел. Ну, тратить, я думаю, что нет смысла его, потому что Донни фильм упал. Упал, отжался. И все. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. И посмотрим сейчас, куда приземлимся. Я вот не знаю, если сегодня быстренько мы пройдем эту лигу, то, наверное, пойдем с тобой еще заодно захватим испытание. Я думаю, что это будет вообще классно. Ага. Викрам. Акдан. И ноунейм. Естественно, я буду брать, скорее всего, вот ноунейм, потому что тут 12-14. Это самое то для меня. Уровень максимальный, я вижу, здесь 29-й. Это на Донателло. Но, друзья мои, у меня уже 40-е. Так что шансов у врага вообще никаких нету. Хан. Хан, Лео. Так, ну-ка посмотрим. Если я сделаю вот так вот. Тыч. Слушай, неплохо, а теперь лучом. Должны, в принципе, добить. Я же тебе говорил, должны добить. Так, теперь пощечину мы, наверное, сделаем. Хотя вот тут вот защита понижена. Давай сделаем вот так вот. Опа. А у этого уклонение понижено. У-у-у, изи. Ну, ты сам видишь, что я прекрасно разбомбили, даже не поморщились. Нормуль. Мне нравится, как вот так идут у нас дела. Естественно, мы с тобой сразу идем далее.
подняться должны, в принципе, по лиге. Уже получить 2 звезды. И позиция 58-я. У нас с тобой еще 19 откатов, об этом тоже не забывай. И тут я вижу уже 13-15. Максимальный уровень 34-й. Это Крис Брэдфорд. Мне кажется, против вот таких вот наших ребятулек, ну хотя, как сказать, разница между уровнями уже падает, согласись. То есть мы с тобой 40-е, 45-е, а он 35-й, 32-е, да? Так, что-то там... Подожди, я что сделал-то? Я случайно не... Нет, показалось. Фух, я уже думал, автобой врубил. Так, ну что, бросим гранату. Этот сейчас... Ага, я понял. А если я баллончик еще туда закину вам? Минус один. Так, Крис, тихо. Блин, на кабана на моего, а бычат... Не надо, Эйприл, блин, захиляло все-таки, а. Так, ну что, тогда нам надо, я не знаю, Криса. Давай вот так вот сделаем, вообще пробафаемся с тобой маленечко. Вот так вот. Теперь бросим вот эту плюшку туда. Так, раз удар. Можно встать в стоечку, в провокацию. Плюс понизили им атаку. Ха, ну успокойся, ты здесь уже ничего не сделаешь. Тебя здесь никто не будет слушать вообще. Так, клюшкой бамс, прям по спине ему, да? Ну все, ребят, тут уже просто разбираем нашего противника на изи массовыми атаками. Так, Рафаэль еще живет. Точнее, жил. И мы с тобой двигаемся дальше. Я, правда, не знаю, перейдем с тобой ли мы в следующий ранг. Сейчас посмотрим, кстати, у нас был какой-то 54-е место. А, 58-й, да? Ну, как ты видишь, мы уже в элите 3 звезды, 77-е место. И мы двигаемся дальше. Так, 13-15, можно мне 14-16? Скорее всего, не дадут. 13-15 это максимум, что я могу, по-моему, здесь выжать. Ладно, не дадут, так не дадут. А, во, друзья мои, 13-16, поехали. Уровень здесь 30, ага, уже 37-й. Но все равно, ребята, они отстают от нас. 37-й уровень. Не на очень много, я тебе скажу, кстати. Но отстают. Так, у меня здесь кожа головы будет как провокатор. А, плюс у меня здесь кто? Крэнк. Крэнк-массовик. Слушай, а здесь немножко опасно, ребята. Давай начнем с осколков. Опа, неплохо. Так, уворот понизили, уклонение, да, мы на майке. Так, теперь давай ракетами бомбанем. Массовая атака, жалко, не прокачан, конечно, этот скилл. Но дамаг неплохой. Кирби, ты здесь не нужен. Оу, по-моему, всем крышка. Тыч. Бибоп выжил. Вот что я тебе хочу сказать. Ну, это ненадолго. Все. Все, друзья мои, победа за нами. Двигаемся дальше. Единственное, что вот, не знаю, перешли ли мы с тобой на следующий ранг. Хотелось бы, конечно. Но вряд ли. 77-я позиция. Оу. Все у нас получилось. Ровно 100-е место. И мы с тобой в самураях. 13-16. Берем, да? Берем с тобой этого противника. Это у нас Филипп. Шреддер, Майки, Слэш, Рафаэль. 45-й уровень. Есть, друзья мои, небольшая опасность, да, что нас могут здесь вырубить. Но мы сейчас попробуем с тобой забафаться по-конкретному. Так, это у нас... Ну да, сделаем с тобой массовую атаку для начала. Конечно, хотелось бы, чтобы мой Майки сделал первый ход и, соответственно, пробафался на атаку. Ага, вот он делает свой танец. Ну а дальше уже начинаем, ребят, контрить. Погнали. Есть, минус двоечку сделали. Так, здесь, наверное, нам надо убрать Рокула. Ну-ка, посмотрим. Донни выжил, да? Ну, это уже не беда, ребят. Один он здесь ничего не сделает, мы его разберем. Все, опять же, без потерь. Все идеальненько у нас получилось. И двигаемся с тобой дальше. 100-е место было. Я думаю, где-то будет сейчас 20-я, 30-я позиция. Может быть, 40-я. Это минималка, на что я... Ну да, видишь, 40-я. А за то время, пока я дрался, меня опять, ребята, сбросили. Ты видел, да? Я только опять заново попал в самурая.
Ну что же, и выбираем здесь с тобой 14-17. Это у нас Пека. Сразу вспомнилась мне эта игруха. Помнишь, там Пека был? Как он назывался-то? Clash Royale, да. Ну смотри, здесь полтинничек 47-й, 40... Я думаю, что справимся здесь сами. Единственное, что у нас нет с тобой лекаря, да? А у них есть, и это Эйприл. Но если мы с тобой предположим Эйприл как-нибудь быстренько нахлобучим. Тут еще Ванька, блин, Бакстер. Все равно я буду, наверное, бомбить именно Эйприл. Так, а вот это у нас что? Увеличивает силу атаки союзников. Ох, давай-ка вот это, наверное, сделаем. Силу атаки на 50% увеличиваем мы. Дальше. Еще на 60. Нет, ну я думаю, этого не надо делать. Давай просто попробуем поджарить. Ну-ка. Слабенько, если честно. Я... Вот. Вот здесь мы с тобой возьмем провокацию. Окей. Ну что, звезданем? Попробуем, ребята. Так, Эйприл. Вот, вот этого я боялся, друзья. Хорошо, что постепенного урона не повесили нам. Критовка или ускорение? Критовочку повесил. Блин, он еще и защиту влепил. Да ты прикинь. Еще и уклоняшку тут. Нет, я Бакстера Стокмана однозначно должен разбомбить. Есть контакт. Теперь Ванюшу. Ванюшу надо обязательно, ребята, тоже истреблять. Так, мы понизили ему защиту. Донни, слава богу, пока держится. Так, пробьем мы его или нет? Ну, почти получилось. Слушай, давай брать провокацию на Рокстеди. Оу, подожди, подожди, а что ты такой слабый, Рокстеди? Эй! Да что ж ты будешь делать? Блин, ребята, Алапекс у меня в очень плохом, так сказать, состоянии. У нее очень мало здоровья. И вся надежда на то, что мы с тобой успеем их все-таки здесь разбомбить. Так, провокация пока еще есть, слава богу. Ну, да чтоб тебя. Рокстеди, стой, пожалуйста, не падай раньше времени, я тебя умоляю. Да бомбани ты, вот, все. Так, Эйприл. Ну все, Эйприл, ребята, крышка. Мы должны ее добить сейчас. Фух, я ж бедно запереживал. Ёлки-палки, я думал, что сейчас либо Алапекс, либо Рокстеди пробьют, и все, и мы с тобой кого-нибудь потеряем. А я, знаешь, за них переживаю, как за своих. Как будто они живые. Так, все, команда моя молодец. И мы с тобой переходим на Самурай 2 звезды, 79-я позиция. Расслабляться, я тебе скажу, не стоит. Так, 14-17, а можно мне 15-18 или что-нибудь в этом роде, нет? Не дадите? Серьезно, что ли? Знаешь, как приятно сидеть дома, когда на улице за окном ливень просто бешеный. А ты сидишь себе в тепле, рядом чашечка кофе, вкусный бутербродик, тепленько, как говорится, сытненько, прекрасненько. А еще когда выходной, ой, вообще балдежно. Так, ну что, друзья мои, 45 уровень. Блин, а я что-то я сижу расслабился, тут же уже надо брать действительно посерьезнее бойцов. Вот давай возьмем с тобой... Тимати, да, пульверизатора. Он у нас и провокатор, в принципе, неплохо бомбит. Ну, для своего уровня. Потому что он 70-й, а враг у нас 45-й, да, 44-й. Сразу начнем с провокации. Вот таким вот образом. И фиг его, наверное, уже кто пробьет. Вот этого я не понимаю. Шреддер какой-то заскок очередной. Давай начнем, наверное, с Донни. Не хочу, чтобы он поставил защиту дополнительную на всех. А он, наверное, успеет это сделать. Смотри-ка, иммунитет повесили, а? Успел, ханурик. Ну-ка, пробьем Донни или нет? Есть контакт. Ну, волну нету смысла, ребята, здесь выпускать. Потому что они все равно все под иммунитетом. Ты дичь. Не пробить вам, Тимати, не пробить. Поджог тоже здесь ничего особого такого не сделает. А теперь пора атаковать. Минус карай. Ну-ка, попробуем так вот. Слабо. А он в меня бомбочку бросает. Это было зря сделано, парень. Так, ну что, выпускаем тогда волну. Ничего другого нам не остается. Тимати молодец, красавчик. Просто стоит на своем и все. Никого не пропускает.
Ну что, остается один лишь Бибоп. И я его сейчас быстренько, наверное, ушатаю. Ага, ну а так. Все, друзья мои, упал. Ну а мы с тобой, конечно же, продвигаемся дальше и посмотрим, куда я перемещусь. Мне бы, конечно, хотелось бы сегодня дойти до Лиги Мастеров. О, каких мастеров, да? Сёгунов, конечно, друзья мои. Мастеров, вот это да, вот это я замочил прикол. До Лиги Сёгунов 3 звезды, а может быть даже и до мастеров. Почему бы и нет? Я думаю, что мы достойны это с вами сделать. Так, я хочу просто получить 15-18. Даю только 14-18. Ладно, фиг с ним, возьму 14-18. Я, как говорится, не гордый, да? 42, 44 и 45 уровень. Естественно, играть придется через кого-то такого серьезного. И это может быть железноголовый. Знаешь почему? Потому что он и провокатор, он же и массовик. В общем, все как мы любим. Начнем с дебафа. Это в первую очередь. Ой, красиво-то как. Теперь попробуем вот так вот. Чпок. Ну и практически готово. Да, дебаф, конечно, у Хана очень мощный. Он и броню дефит, и дефит сразу же еще и атаку. Атаку, правда, в меньшей степени, но все равно есть такой шансик. Так, ну и мы с тобой уже в самураях 3 звезды. Пойдем сейчас, будем добираться до сёгунов. Так, и здесь нам надо будет выбрать 14-18, а можно 15-18, или... Такого здесь не будет. Оу, 15-19. Это даже еще лучше. Я возьму сюда, друзья мои, наверное, Армагона. Я возьму сюда Армагона. И раз, два, три. Раз, два, три. И, наверное, я возьму Паукуса. Чисто Паукус будет как подстраховщик. Но я почему-то думаю, что он будет первым ходить быстрее, чем наш Армагон. Хотя... Нет, Армагон все-таки быстрее. Тогда, скорее всего, им крышка всем. Да, друзья. Так сказать, мы немножко нечестно сыграли, но зато безопасно. Все выжили, кубки мы с тобой получаем и продвигаемся, соответственно, выше. Ну, наверное, не перейдем еще, да? Да, мы еще не переходим с тобой в сёгуны. Это ничего страшного, в следующем бою перейдем. 15-19, это у нас Джананем. Джананем. Так, возьму сюда Донателло, возьму сюда Карайку, Змею Карай и... Нет, нет, нет. И... Блин, подожди, 50 уровни. Была, не была. Я рискую. Я рискую, друзья мои. Причем у меня здесь нет ни одного провокатора. В основном массовики-затейники. И не забывай, что у него здесь есть муха. А скорее всего она просто была. Да, она была. Быстро мы ее разобрали. Донни. Отлично. Слушай, ну риск оправдался. Я, правда, рассчитывал, если что, у нас есть с тобой хил. Может, захиляемся. И на Донателло то, что у него есть массовая защита. Только на эти у меня были планы. А так все, ребята, так бы поплыли бы. Ну что, сёгун, одна звезда. У нас местечко 76, и мы с тобой двигаемся дальше. 15-19 я беру Сандулова. Беру Сандулова, вот этих вот трех. И вот этих двух. Как-то немножко несправедливо, тебе не кажется? Я беру трое сильных, да, бойцов и двух слабых. Ладно, давай смотреть. Бомбанул, отлично. Так, теперь Змей-Ковьюн. Их осталось двое. Их осталось один. Да их, по-моему, вообще не осталось. Нормуль. Так, а дальше у нас, если что, еще 19 откатов. Я могу, ну, могу взять, например, Леонардо себе в помощь. Ну, если понадобится. Слушай, мне кажется, до мастеров мы не дойдем. Дай бог нам добраться до Лиги Сёгунов 3 звезды. Так, здесь нам надо будет 15-19. Дайте, пожалуйста, мне 16-20. Будьте добры, а? Ну, пожалуйста, 16-20. Нет, не хотят. 15-20 это максималка, да? Ну давай 16-20. Так, вот, 15-20. Поехали. Беру, короче, Бакстера сюда. Ко всему прочему возьму, наверное, нейтрализатора. Раз, два, три.
Слушай, рискую, конечно, здесь. Вот здесь вот очень сильно рискую, потому что у него и хил есть, и сплинтер. Кстати, сплинтер, который контратаку делает. Лучше здесь, наверное, не шутить, взять вот так вот. Лучше мы с тобой через нашего, как говорится, Рокзарчика сыграем здесь. Рокзар будет, естественно, стоять в провокации сразу же, причем, но у него есть массовые атаки. Поехали, волна. Слушай-ка, что-то как-то он плохо сделал свою волну. Постепенно урон не на всех повесил, но этого хватило, как ни странно. Этого хватило, чтобы всех разобрать, и Рафаэль оригинал добил последнего бойца. Четко. Тогда двигаемся с тобой дальше и, наверное, уже все-таки попадаем. Все, две звезды. Ай, красавцы. Позиция 94-я. Нам нужно с тобой сделать два боя. Судя по всему, 15-20. А дадут 16-20? Смогут ли они мне такой сюрприз сделать? Походу, нет. Не хотят. Они могут, но они не хотят его делать. Ну, серьезно, что ли? Ни в какую. Не могу я их уломать. Ладно, друзья мои, давай попробуем. Я возьму сюда Майки, возьму Рафаэля. Ай-яй-яй, персонажи у нас с тобой заканчиваются. В общем, суть здесь такова. Рафаэль встает в стойку. Микеланджело делает уклоняху. По идее, должно быть так у нас все. И фиг они нас пробьют, фиг они нас достанут. А мы их будем здесь с тобой разбирать. Правда, у них... Оу-оу-оу-оу, кому? Фигушки тебе. Ну все, теперь будем разбирать одного за другим, потому что у Рафаэля хватит прыти всех наказать. Особенно этих кроликов. Видишь как? А у нас с тобой, не забывай, еще есть хил. Мы еще с тобой и ускоримся. Опа. У нас есть хил, даже два хила, я тебе больше скажу. Блин, зачем я опять ускорение взял? У нас же было. Ай. Так, вот это плохо. Чпок и готово. Да, сплинтер, с бафом ты, по-моему, опоздал маленько. Так, Эйприл тоже, наверное, хана. Ну-ка, всыпь сплинтеру. Тихо, кстати, у нас закончилась с тобой провокация. И ты видишь, да, что они делают? Сразу же рванули все на Мондогека. Все. Ну-ка, в плане. Эй, прикинь, сейчас еще ушатает. Нет, начал он танец свой делать. Брейк-данс. Все, теперь ему крышка. Прикинь бы сейчас Мондогека потеряли бы. Так было бы это нелепо, если честно. Так бы это смотрелось все жестко. Но, слава богу, выкрутились. Давай смотреть, куда мы с тобой попадем. Так, 94-я позиция была, становится 55-я. И бойцов, как ты понимаешь, у нас все меньше, меньше и меньше. И кубков нам почему-то больше не дают. Вот 15-20. Есть контакт. 16-21. Я беру здесь Усаги. Так это что, получается, у нас с тобой последний бой? Твою ж налево. Последний бой, ребята, у нас. Ладно, фиг с ним, сделаем еще один бой. Я сделаю по откатику его. Давай, Усаги, не стесняйся. Жарик всех по полной программе. Тывич. Упс. Косячок получился у нас с тобой здесь небольшой. Так, ну мы его добьем. А этот, этого тоже, наверное, добьем. Или от постепенного урона отдуплится. Есть, все. Ванька такой психанул, да, с таким кастетом. Еще удар у него такой размашистый. Просто офигеть. Ладно, делаем с тобой последний бой. И мы попадем в Лигу Сёгунов 3 звезды. Угу. Сегодня мы будем там. А буквально вот зайди сюда в эту игру через час. Возьмем кого-нибудь послабже. Знаешь, почему послабже? Чтобы у него опыт шел. Вот так вот. Эти-то по барабану будут. Для них там 200 очков — это фигня. А для вот малышей — это очень такая серьезная, да, сумма по очкам. Ну, вертушку делаем, и все, и они ложатся. Да, ребята, мы с вами быстро прошли. Я думаю, что можно, в принципе, сходить на испытание. Ничего там страшного нету. Так, давай, забираем. И посмотрим, кстати, сколько... Так, 79-я позиция, отлично. Сколько у нас с тобой мутагена накопилось?
Ох, 40 тысяч, ребята. Ну, вы поняли, да? 99 уровень. Остается всего лишь 20 тысяч нам накопить. И у Саги будет у нас фул. Именно по уровню. Так, а мы с тобой отправляемся. Так, и золотые осколки, ребята, и серебряные я набью уже за кадром. Идем вот сюда вот. Сюда? Да, именно сюда. Поехали. Твою ж налево, всю имбу мне дали. Ну разве это не прелесть, а? Я это испытание пройду полностью. Тут же еще и кожеголовый будет. Ай-яй-яй, красота. Ну что же, тут естественно, ребята, на первых порах автобой. Париться особо не стоит, потому что они будут всех разбирать одного за другим. Как минимум до последней волны. Нет, ну последнюю волну мы, наверное, будем сами уже там разруливать, так уж и быть. Ну а здесь ты сам должен понимать, без напряга все. Так, грибочки, Рахзар, майки и пиццелицы собственной персоны. Для нас это шелуха. И это последняя волна. Все, ребята, получаем ДНК на ненужного нам героя и двигаемся с тобой далее. Так, а кто у нас там был там первый? Крип? А, Паукус. Паукус, Крип будет у нас третьим. Сейчас будет пиццелицей. Но... Так, а мы с тобой получаем ДНК на пиццелицева. Ну, там можно было бы, наверное, и немножко пофармить. Хотя зачем? Ладно, разберемся с этими олухами. Так. Угу. Стоят голодранцы. Мутант белки. Блин, ну вот эти вот, вот разве они похожи на белок, а? Вот согласись, они не похожи вообще на них. Они больше похожи на чужих, чем на белок. Вот здесь вот, кстати, можно было бы и суператаку бомбануть. Чтобы вот так вот не елозиться, да? Хоть Бакстером Стокманом, хоть Леонардо, хоть тем же самым Усаги. Просто волну выпускаешь и все. И все падают. Ну, они этого не делают, ладно, фиг с ним. Мы с тобой получаем пиццелицева, Крип. А вот уже после Крипа пойдет то, что нам нужно. Там пойдут ролевики. Они нам нужны. Так, давай автобой, наверное, поставим. Они сейчас быстренько здесь разберутся. Опять же, три волны. Кстати, по-моему, вот начиная с ролевого Леонардо пойдет уже не три волны, а четыре. Если я не ошибаюсь. Ну тут всем по одному удару, ты сам прекрасно видишь, да? Так что я поэтому автобой врубаю. А вот и Крип. Тут у нас и Донателло, как раз ролевой. И Змей-Ковьюн, и два гриба этих. Но здесь они не имеют такой большой инициативы, да? Потому что уровень маленький. А будь они нашего уровня, нас бы тут начали бомбить бы. Так, ну что, мы двигаемся с тобой далее. Крипа получаем и... Леонардо. Так, а что у нас тут? Ага. Надо будет потом посмотреть, где самые лучшие карты будут. Где лучшие ДНК, да? Ту команду лучше всего, конечно же, и фармить. Желательно, где будут все ролевые. Донни, Лео, Майки, да? Донателло. Именно с той командой нужно будет разбираться. Кстати, волн уже, как ты видишь, уже 4. Ну, тут опять же не стоит волноваться. Грибочки 40 уровня. У нас разница с ними на 50 уровней. Между Бакстером всего лишь, ну, не всего лишь, а в 40. Так, тут кожеголовый. Да я думаю, ему тут не поможет никто. Так, это у нас третья волна. Разбирает Нейзи. Ах, да. Здесь же у нас босс-крокодил, который теперь взломал сейф. Это у него такая, я так понимаю, маска, да, ребята? Типа, чтобы его не узнали. Маска какого-то дракона. Такое ощущение, как будто он, знаешь, с какого-то шоу сбежал, с фестиваля. Под прикрытием вот этой маски он и проник, в принципе, в это вот убежище, да? В этот сейф. Мы почему-то откуда-то с канализации попали сюда. А тут самое интересное, еще дают две ДНК. Две ДНК на Леонардо ролевого. Также две ДНК на Рафаэля и так далее и тому подобное. Так, уровни, как ты видишь, 50-55. Опять же, друзья мои, ставим на автобой и смотрим всю эту картину. Блин, вот бесит, что они делают по одиночной атаке. Ну, сделал бы ты массовую одну вертушку. Или там, например, вызвать маузеров. Неужели так сложно?
Нет, им вот выгоднее бомбить одного. А зато, когда один противник остается, они сразу включают свои суператаки. С чем это связано? Без понятия, ребят. Нету логики в этом. Так, волна третья, это предпоследняя. Ну, здесь обычные скелеты. И вот эти вот белки. Мутант. Тыдыч упала. Все, они рассыпаются прямо у нас на глазах. И последняя волна, ребята, здесь Рафаэль, Майки. А что здесь забыл? Крысиный король? Ума не приложу. Ладно. Плюс у нас еще здесь двойная атака была. Порвали бы его. Ладно, так в принципе сделали. Ну что, переходим с тобой на следующую, да, волну. Это уже будет предпоследняя. Я ведь не ошибаюсь? Нет, я не ошибаюсь. Хотя нет, друзья мои, я ошибаюсь. Это не предпоследняя. Еще. Еще три волны. Если хочешь знать. Но сыра, слава богу, у нас хватит. Сейчас я буду, ребята, уже сам тут грузиться, сам бомбить. Потому что, ну, надоело смотреть на их супли-подтиральство. Сейчас будем бомбахать. Так, двойные атаки. Здесь шатаешь сразу с лету, просто с ноги. А здесь рыцари. Ну, с рыцарями лучше, ребят, конечно, через массовую атаку. Давай вот так вот сделаем. Сможет победить или нет? Всех. На изи. С этими желательно то же самое. Может быть, вертушку сейчас применить. Ну, конечно, дадут тебе ее, ага. Держи карман шире. Давай, Усаги, отжигай. Да он порвет их здесь всех. В щепки просто. На тряпочке. Так, дальше у нас последняя, четвертая волна. Ну, с этими песнярами тоже все ясно. Естественно, друзьями, через вертушку. В плане Леонардо выжил. Молодец, крутой. Причем он выжил не просто, а после суперудара, против которого даже 75 уровень-то не всегда выживает. Ну что же, Майки ролевой в кармане. Теперь идем за Донателло ролевым. Кстати, вместо Майки можно было бы взять Армагона. А почему бы нет? А, мы же лишаемся с тобой тогда хила. А хил мне здесь нужен. Так, ладно, казним. Казним. Так, этот выживет, наверное, да? Нет, не выживет. И тут уже 5 волн. Все, ребят, включаем массовые атаки. Поехали. Так, волна. Да чтоб тебя, выжил этот огородник. Переходим на третью. Скелетики, да, значит. Ну, со скелетиками. Ладно, разберемся. Так, можно было бы, конечно, сейчас применить суператаку. Но я что-то не захотел. Потому что третья волна. А, здесь еще, наверное, босс будет у нас, да? Или не здесь он будет? Да это не имеет значения. Кто бы здесь не был, все равно мы его победим. Так, и последний скелетик у нас тут стоит. Все. Предпоследняя волна. И тут у нас орлы. Берем провокацию. Ну, они, видишь, они сразу начинают применять массовые атаки. Так, этот повышает инициативу команде. Леонардо, ну, естественно, берет провокацию. Что я считаю зря. И... О, хилку, да? Давай-ка мы с тобой поставим уклонение. После уклонения сделаем вот так. Блин, там броня. Там у Леонардо броня стоит. А как мы ему пробили? Что-то странное происходит, ребят. Мы пробили ему броню каким-то макаром. И, как ты видишь, повесили постепенный урон. Минус. Так, этого тоже минусанем. И этого. Так, подожди-ка. Я думал, что он отдуплился, но ничего подобного. Так, все. Босс, конечно же, босс. И, ну, кто тут? Как обычно, Рафаэль и плюс. Нет, наверное, будем через Леонардо и Усаги. Поехали. Тыдыч. Так, двойная атака, да, двойная атака есть. Поехали. Я думаю, что ему крышка. Фак.
А так, есть. Ну и остается последний у нас с тобой бой. Заключительный. Так, я сейчас хочу глянуть, что у нас здесь получается по фарму. И пойдем на кожеголового. Ну, показывай давай быстрее. Так, Донателло ролевой. Вот, смотри, вот здесь вот красиво вообще, ребята. Вот эти вот все персонажи мне нужны. Конечно, хотелось бы еще сюда не Донателло, а как его? Леонардо. Но его здесь нету. Не знаю, почему они не включили. Лучше бы они убрали там этого и добавили именно Леонардо. Поехали. Также, друзья мои, наверное, будем с вами играть через всякие массовые атаки, да, уклонения, защиты, бафы, дебафы. И просто будем расписывать их здесь. Ни о чем, как говорится, не жалея и ни на чем не экономя. Давай, раз. Этот отдуплился от постепенного урона. Здесь применяем с тобой, опять же, массовую атаку. Блин, ее не дают нам. Давай так сделаем. Выпустим маузеров. Упс, они еще и выжили. Так, вот этого, наверное, тоже. Оп, и последний у нас устоит. Нахлобучили. Так, опять же, 5 волн. Мы с тобой переходим на третью. Опять скелеты. Блин, массовых атак ни одной нету. Дайте что-нибудь провернуть, а? Давай вот так вот сделаем. Давно я просто не применял месть. Пускай будет. Когда здесь много, много врагов, да? Нам выгоднее наносить им побольше урона. Так, а эти под постепенным. Слушай, не убил постепенный урон. Он отнял, конечно, неплохо здоровье, но не убил их. Учти. Так, предпоследняя волна. Все, все ролевики здесь собрались. Ладно, приступим. Майки, сможешь добить, а? Да. Смог. Так, теперь надо Донателло убирать отсюда. Да ну серьезно, что ли, блин? Лео не смог пробить Донни. Как так-то? Провокацию. Хотя какой у них уровень-то? А, 85-й, ребята, чё? А что я от них требую-то? 85 уровень, это уже, в принципе, на уровне. На большом уровне. Практически как у нас. Поэтому то, что мы здесь с тобой промахиваемся и не попадаем, это нормально. Тихо. Ага. Хорошо, звезданул. Мне бы, конечно, подлечиться бы. Вот здесь, против него. Он сейчас будет, блин, крыльями махать здесь. Не очень хорошо. Ну что, начнем. Давай так, вот с ракет. Так, хилку. Давай, наверное, хильнемся с тобой здесь. Не бы уклоняшечку, а. Вот она. Ну, теперь я уже ничего не боюсь. Теперь можно делать апперкот. Окей. Не попадешь. Даже не вздумай. Нет. Заблокировали способности ему. И Лео добивает. Все, друзья мои. Это испытание у нас пройдено полностью. Остается только лишь на ставке сыра пофармить. Ну а что там у нас получится? Может быть, разика 2, может быть, даже 1. Сейчас глянем. Главное, что кожеголовые 2 ДНК мы с вами получаем. 23 сыра остается. Так, ну, 2 раза можешь. Подожди, подожди, 2 раза можем с тобой вот так вот. Че я сделал, блин? Че я сделал? А, не, нормуль. Кружка эта, ну вот зачем она мне? Она мне не нужна. Ну что, ребятушки, как-то вот так у нас с вами получилось. На этом буду закругляться. За кадром пойду, конечно же, сейчас набью осколки эти. Ну а мы увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.